Демонстрационный макет состоит из последовательно соединенных конденсатора, лампочки индикатора тока, школьного звукового генератора и источника постоянного тока. Параллельно конденсатору установлен ключ. При размыкании ключа лампочка не горит. Это говорит о том, что постоянный ток через конденсатор не проходит. Подадим переменное напряжение. При размыкании ключа лампочка горит. Следовательно, переменный ток проходит через конденсатор. Видно, что при закороченном конденсаторе яркость горения лампочки увеличивается. Значит, конденсатор оказывает переменному току сопротивление.